на канале РЕН-ТВ состоится премьера 8-серийного детективного сериала «Крутые меры», выход которой ожидается 16 апреля. В центре сюжета сериала Егор Морозов. Он дослужился до капитана отряда специального назначения, побывал в горячей точке, а затем уволился со службы. Теперь Егор возвращается в родные края, чтобы спокойно жить на военной пенсии. В родном городе у Егор живет его брат Кирилл. Со стороны он кажется успешным бизнесменом, но на самом деле в криминальных кругах Кирилла носит кличку «Мороз» и возглавляет местную преступную группировку. После встречи его с братом его убивают в этот же день. После этого бывший спецназовец решает сделать все возможное, чтобы найти и жестоко покарать убийцу Кирилла. А для того, чтобы добыть больше информации, Егор решает устроиться оперативным работником в полицию. Главные роли в сериале исполнят Андрей Фролов, Владимир Епифанцев, Владимир Гостюхин, Игорь Лифанов и другие. Премьера 8-серийного детективного сериала «Крутые меры» состоится 16 апреля на канале РЕН-ТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.